Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Закрываю сердце, как окно». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Закрываю сердце, как окно, чтоб оно не мыслило влюбиться, но оно ликует, ждет оно, чтобы вашей песней насладиться. Песня торжествует за окном, смелая, красивая, без меры. Сердце я порадую потом, ему открою окна двери. Песня торжествует за окном, смелая, красивая, без меры. Сердце я порадую потом, ему открою окна двери. Захмелеет сердце без вина, будет слушать, приглушив удары. Она резвится, пьет она собственные радостные чары. Сердце хочет к вашему прильнуть и поведать, как любить умеет. Только путь метельный, сложный путь, но оно пред вьюгой не робеет. Сердце хочет к вашему и поведать, как любить умеет. Только путь метельный, сложный путь, но оно пред вьюгой не робеет. Она метет сугробы вдоль, заметая все пути дороги, и она явилась, это боль. Закрываю сердце от тревоги, она метет сугробы в дом, заметая все пути дороги. И она явилась, это боль. Закрываю сердце от тревоги, закрываю сердце, как окно, но оно томительно стучится, так желает и так ждет оно, чтобы вашей песней насладиться.
закрывай сердце, как окно. Но оно томительно стучится, так желает и так ждет оно, чтобы ваши песни насладиться. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Закрывая сердце, как окно». Стихи Вероны Шумиловой. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».